Привет, друзья! Вы, как всегда, на канале «Шестеренка». Сегодня пришли ко мне вот такие два спиннера. Самое, что интересно, они пришли ко мне абсолютно бесплатно. То есть я заплатил там, по-моему, 100 рублей за доставку. Но вообще в Алиэкспрессе вот этот, по-моему, стоит около 100 рублей. Этот стоит около, по-моему, 200-300 рублей. Но самое, что интересно, давайте откроем. Вот как выглядит вот этот. И вот таким вот образом выглядит вот этот. На самом деле тот, который дешевле, он гораздо почему-то тяжелее и гораздо лучше крутится. Реально, вот этот вот останавливается очень быстро. Давайте посмотрим, как они крутятся, но на самом деле тут особо ничего не скажешь. Штучка веселая. Неизвестно, зачем она вообще нужна, но очень веселая. Итак, все почему-то сравнивают, они, наверное, должны крутиться то ли дольше, то ли еще что-то. Я, честно говоря, толком не знаю. Я вообще не знаю, зачем это дело сделали. Время, так сказать, пошло. Но на самом деле он гораздо тяжелее, выглядит гораздо лучше, чем нежели вот этот вот. Поэтому, я думаю, есть смысл взять такой. Сейчас их уже такое огромное количество, вы просто себе представить не можете. И со светодиодами, и с колонкой Bluetooth. И, в общем, что они только не придумывают. Китайцы, конечно, молодцы. Зачем все это нужно, непонятно. Но как поприкалываться, взять один, это, конечно, очень весело. Это, в принципе, тот же принцип, как вот это вот Cube, который рукочесательный аппаратик. Ну, смотрите, уже почти минуту крутится. 43 секунды, 44, 45, 6, 7, 9, 50 секунд. Ну, в общем, минуту, я думаю, прокрутится точно, может быть, даже дольше. Некоторые вообще сейчас говорят, чуть ли не по 3 минуты крутится. Ну, выбор там реально огромный. Должен быть еще один третий прийти ко мне, но почему-то его то ли не прислали, то ли еще что-то. В общем, я не стал тянуть с этим временем, потому что, ну, по сути... Я думаю, это уже не особо актуально, не особо интересно всем. Но, как вариант, мне больше всего понравилось, как Бакс, это моя игуана. Ему реально это понравилось. То есть, то ли ему чешет нос, то ли ему еще что-то. Он кайф ловил. Он даже закрывал от радости глаза. Так что вы это могли видеть на видео. Ну, смотрите. Минута 30 уже. Минута 31, минута 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Минута 40, смотрите, минута 42, 43, 44, 45, 46, 47, 8, 9. Итак, надеюсь, вы видите время. Так, ладно, этот у нас прокрутился минуту 55 пускай. Сейчас давайте попробуем, сколько этот у нас прокрутится, но мне кажется, он вообще никакущий. Потому что он что-то очень быстро как-то останавливается. Он какой-то вообще... Все. То есть он прокрутился 9 секунд. Причем я не знаю, он в принципе он нормальный. У него ничего. Хотя он какой-то немножко болтающийся. Может это... Тут вообще, насколько я вижу, смотрите. В этом подшипнике какие-то ужасные. Все это выглядит, ну какой-то пластмассовый. Ну вот, смотрите, конечно, есть разница. Здесь стоит абсолютно нормальный подшипник, настоящий, можно сказать, подшипник. А тут стоит какая-то вообще ерунда. Самое что интересное, этот спиннер стоит реально дороже, непонятно за что. Дороже не всегда значит лучше. Спасибо, что были со мной. Ссылочки я оставлю внизу. Всем спасибо, кто смотрел. С вами я, Макс, и это канал «Шестеренка».